Лолита рассказала о том, как ее супруг Дмитрий Иванов попал под влияние тренингового центра, обучающего лидерству. Снимки супруга певицы Лолиты Милявской, Дмитрия Иванова, в стенах одного из столичных тренинговых центров, попавшие в распоряжение СМИ, заставили саму звезду не только прокомментировать новое увлечение мужа, но и сделать откровенное признание. Певица открыто заявила, ее супруга зомбировали, поставив под угрозу их семейное благополучие. Милявская рассказала, что Дмитрий попал под влияние настоящей секты и потребовала вмешаться в ситуацию правоохранительные органы. По словам Лолиты, этот центр – не что иное, как американская технология, связанная с НЛП и саентологией, разрушающая мозг сотням приходящих туда людей. Под этим влиянием Дмитрий из искреннего и доброго человека превратился в холодного, рассудительного мужчину и перестал приходить домой. Лолита рассказала, что после зомбирования в этом центре люди проходили реабилитацию, это в лучшем случае, а в худшем – убивали себя. Но, к счастью, муж Лолиты пообещал супруге больше не ходить на эти курсы. Лолита также сказала, что создание и функционирование таких центров по американским технологиям она считает американской диверсией. Подготовка таких диверсий для нее равнозначна подготовке к терактам, и она готова бороться с ними и хочет закрыть этот центр. Ну вот и все. Пишите ваши комментарии, что думаете об этой ситуации, ставьте лайки, делитесь с друзьями и подписывайтесь. Всем пока!